Здравствуйте, друзья. Расскажу вам, как снять бардачок Kia Soul. Вот, очень коротко. Значит, откручиваете все болты. 2, 3, вот здесь 3, 4 сверху, так. Один здесь, пятый у нас идет. Вот он. Вот. И снизу, вот здесь, вот под этим, еще, значит, 1, 2, 3 болта. Шурупа 3. Вот. Теперь смотрите, в чем вопрос. Когда вы открутите все, бардачок не снимается так просто. Вот. То есть надо не побояться, как бы, да. То есть не побояться, снизу поддеть его так чуть-чуть, как бы, вот здесь взять. И вот так вот как бы вырвать его, да, немножко. То есть почему так происходит? Потому что вот здесь, вот видите, беленькая вот стоит 4 таких защелки. Вот, которые вот здесь защелкиваются. То есть он держится на защелках и на шурупах. Вот, поэтому, чтобы его снять, надо вот именно будет его вам вырывать вот так как бы на себя. Вот, ну мы уже это сняли. Вот, то есть, в принципе, все. Вот. Вот такая вот ситуация. Бардачок снят. Всего доброго. До свидания.